Что-то я немножко подзалип, 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 подзалип. Давайте я себя чуть-чуть потише сделаю опять. Привет всем. Привет. Опачки. Опачки. Какие уточки к нам пожаловали? Здорово. Привет. Давно не виделись. Давно не виделись, давно не слышались. Что хотел сказать? Что хотел сказать? Хотел сказать, что внезапный стрим по Моровинду никому не повредит. Правда, я совсем забыл, как в него играть, если честно. Так вот, пожалуй, сделаем. Господи, как тут что делать вообще? Какая кнопка за что отвечает? Мать твою. Почему на правую кнопку мыши открывается инвентарь? Почему у меня все настройки сбиты? Что за дела? Так. Делаем тише. Настройки управления. Включить Е. Нажать оружие R. Стоп. F. R. Как дела? Утка, которая не утка. Скажи мне. Поделись своей мудростью. Мне очень любопытно. И заодно скажи, пожалуйста, как по звуку. Это меня тоже очень сильно интересует. Так, а где Mouse Ту, которая отвечает за инвентарь? Ага, режим меню. Оп. Эть. Все прелестно. Very, very wonderful. Это радует, что все прелестно. Так, надо еще потише сделать. А, стоп, или ты про звук говорила? Блин, я даже немножко переборщил. Нормально. Ты это самое, короче, будь немножко более конкретный. А то это самое. Я могу и запутаться. Ага, так, личный покой поместья Венем. Мне надо... А, ну, если так, то ты отлично справилась, я считаю. Прям замечательно справилась. Бля, где я нахожусь? Что я тут делал? Вообще не узнаю этой локации, если честно. Ладно, давайте ходить, бродить. А, мы ищем сыну корзину. Не нашу, к сожалению. До нашей сына корзины мы пока еще не доросли. Мы ищем сыну корзину для Сарети, по-моему, да, все верно. Если у Шекспира были Монтеки и Капулетти, то здесь Сарети и Венимы. Венимы. Так, ну давайте по правому крылу походим. Посмотрим, что там происходит. Не знаю, я сейчас, короче, хочу в Моровинд погонять, а потом, может быть, запущу для Зитьера Доки Доки Клуб. Ему чувство очень сильно понравилось в прошлый раз. Мне не шибко, но я справился, я считаю. Опа. Дверь 50 уровня. F5. Звучит интригующе. Давайте-ка попробуем чекнуть, что там. На вас донесли. Выглядит слишком сложным. Очень грустно, когда ты тупой. Ладно. Стелс. Пехота в действии. Понимаю, мне нужен этот ключ. Но сначала мы прочтем записку.
Мауза, размести нашего особого гостя в комнате за гобеленом. Следи, чтобы дверь была заперта, и его постоянно сторожили. Если он убежит, я тебя прокляну. Аминь. И нет, это не то, что я хотел сделать. Она пока на том тупит. Мужик, бежим. Валим. Эй, ай, бля. Подсрачник. Мужик, беги. Беги. Глупец. Блять, глупец остался там. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс. Во. Все. Блять, нет, нет, не думай даже. Не делись с ними. Глупец, ты погибнешь. Ладно, может быть, бой скинется, если я уйду сюда. Бой, очевидно, не скинулся. Зато вот у тетки на меня определенные планы. Со смертью этого персонажа нить вашей судьбы обрывается. Загрузите сохраненную игру. Прочел я и тут же отъехал вместе с ним. Так, окей, надо что-то придумать. Как мне его отсюда вытащить тогда? Потому что когда я стою по стелсичу здесь, она меня замечает. Даже несмотря на то, что я тих как мышенька. А она смотрит вообще в другую сторону. Кстати, пока я стою тих как мышенька, другая мышенька по имени Дарт Мавер снова подписалась на мой канал. Как это понимать? Я не знаю. Что он задумал, тоже мне неведомо. Мистика. Но в любом случае, с возвращением, братан. Давно тебя не видел в чате, надеюсь, ты живой. Как бы мне так встать? Как бы мне так своровать? Может, ты перестанешь ходить туда-сюда? А что если я разденусь? По идее, это должно повлиять на мою шумливость, так сказать. Чем я легче, тем меньше я шумлю, ведь так? Плюс все заценят, какой у меня классный лук. Я же говорю. Кодзима Гейминг. Осталось понять, как мне тебя вывести отсюда. Тебя послал мой отец, ты пришел спасти меня. Мы вместе вернемся в поместье Сарети. Да. Жди здесь. Болвин Венем. Он тот, кто тайно арестовал меня. Я думаю, что он собирался использовать меня против моего отца. На твоем месте я бы держался от него подальше. Логично. Ага. Так. Поместье. Пойти вместе. Ну ладно, давай попробуем. Возьми меня к моему отцу. Очень напоминает реплики, которые я слышал в своей жизни пару раз. Ну ладно. Так, ну давайте попробуем по стелсу выйти вместе с ним. Тебе конец. Вот только они оба крикнули, что мне конец. Но я как бы не согласен с таким раскладом, поэтому я просто продолжу идти дальше. И сохранюсь в отдельный слот. Потому что если я все это дело запарю, то я потом не выпрыгну. Классно забираешься по лестнице, братан. Это в какой-то степени даже страшно. Бля, страсти-то какие. Господи Иисусе. Блять, валим, мужик. Блять, за орду. Ай, сука. Блин, не, они слишком жесткие. Надо как-то мне так прокрутить это дело, что я даже и не знаю, каким образом. Кодзима Стелс 2. Блять. Причем он обязательно именно на того челика агрится.
Хал. Братан. Хотя, если я сейчас отвлеку их внимание на себя. Бля, главное своего не застрелить. Сука. Твою мать. Так, окей, давайте думать. Как мне поступить? Просто проспамить? F5. Жди здесь. Мне надо как-то их отвлечь, как-то их убрать отсюда. Мадам. Как же мне от вас избавиться-то, а? Сука. Чё так сложно? Ладно, давайте попробуем найти другой выход отсюда. Где-нибудь в этой области. О! Сейчас мы попробуем что-нибудь сообразить. Может, где-то есть потайной ход или около того. Надо мыслить творчески. Так мне всегда говорил мой внутренний голос. И куда меня это завело? Правильно, на стримы. Так, я могу выйти сюда и тут же затопить в эту сторону, допустим. Но это крайне тупо, потому что это приводит меня к этим ребятам. Мужик, пробуем еще раз, давай. Бонзай. Давай. Нет, сюда, тупица. Блять. В итоге они меня замутузили, как соску. Блять. Даже если я не двигаюсь, они все равно агрятся на меня. Так, ладно, давай попробуем здесь пройти. Очевидно, что просто драться с ними — это не вариант. Потому что они мне наваляют только так. Я, конечно, могу мансить, как проклятый, запрыгнуть куда-нибудь в центр постамента. Никаких концов. Оп, мансуем. Да иди сюда, тупица. Блин, вот если бы он не убегал сражаться, было бы очень круто. Но вместо этого он выбирает печальную судьбу. Так, а что если я попробую вот туда пойти? Там еще один чувак. Очевидно, он тоже враждебно настроен. Хотя нет. Личные покои. Пробуем пройти тут. Бля, не. Не вариант. Грузим quick save. Ёб твою мать. Как же мне тебя заставить там не драться-то, а? Хотя, может, я все-таки смогу его оттепать сюда? Нет, не получается. Иди нахер. Блять. Твою мать. Так, ладно. Пробуем мой план капкан с убийством этих петучей. А именно, агрим их на себя. Заруливаем сюда. Скейп, сохранить. Так вот. Я определенно делаю что-то не так, но я пока не придумал более классного варианта, поэтому извращаемся как можем. Так, вот где-нибудь здесь они не смогут меня достать. Ну,
что, веселимся. Попробуем, наверное, сначала одного убить. Надеюсь, у меня хватит стрел. Да ёпта. Главное, случайно в того челика, который там на фоне ходит, не попасть. Эх, коронавирус делает людей жестокими. Кстати, о нем. Сегодня ходил в аптеку покупать маски, потому что мне скоро предстоит выход на работу. И купил 3 штучки многоразовые, потому что одноразовых не было. И что бы вы думали, эти масочки, 3 штучки, которые многоразовые, стоят, сука, 600 рублей. Я аж охренел, когда услышал ценник. Но так как ношение их на рабочем месте обязательно, то что поделать? Пришлось серьезно раскошелиться. Так, мы убили этого пса. Так, нет, стоп. Сохраняемся. Блин, я не хочу вторую тетку убивать на самом деле. Давайте, наверное, попробуем... Бля, сначала выбраться отсюда хотя бы. Паркур. Так, давай. Пытаемся уйти отсюда. Выходим. Отступаем. Никаких концов. Во-во-во, они оба идут за мной, отлично. Это работает мне на руку. Фух, сработало. Так, возвращаем его в поместье Саретти. Соответственно, плевать, что погиб при этом один чел. Он сам виноват, он был слишком душный. Так что пожинаем плоды. А где он живет, только я не помню. Так, когда маск не было нигде, наверное. В какой-то степени, да, ой, счастливчик, но знаешь... Что-то это не то счастье, которое я хотел бы получить в своей жизни. Как бы что-то пошло определенно не так. Так, варвар Саретти. Да в смысле, вот он. Важный в них дополнен. Найс. Да, мой сын варвар Саретти. Ты вернул его мне, и я в долгу перед тобой. Вы вернули мне сына, благодарю вас. За это я приму вас в дом Редоран. В смысле, а я что-то до этого не находился, что ли? Кем я был, блин? Вы можете приходить ко мне за заданиями и повышениями, коровник. Коровник, блин. Повышение. Требования. Ладно, ладно. Так, снова одеваемся. Хватит ходить босиком. Мы, в конце концов, не варвары. Воин, штраф, репутация, клинки, кузен дома. Вели... А, нет, следующий ранг, это кузен дома. Атлетика, древковая, длинные клинки, средние доспехи. Ну, в принципе, нормас, кстати. Длинные клинки, древковая, до 50-го надо качнуть. Атлетика, кстати, почти вкачана на нужный уровень. Там же атлетика еще нужна, да? Да. Окей, 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 окей. Поэтому давайте-ка мы пойдем к нашему Каю Касадосу. Посмотрим, готов ли он дать нам снова сюжетное дополнение. Тьфу, дополнение, блин. Сюжетный квест. Вот. А то мы давно его не видели. И... Нашего мужчину. Эй. Не то чтобы это плохо было, что-то делать с мужчинами, просто конкретно этот не в моем вкусе. Вот тот, который в доспехах две мерзких был, вот там вот, кому мы насовали полный ящик стрел, вот он, да, он был ничего такой. Приятный мужчина. Так, денег у меня копейки. Собственного дома я, по-моему, так и не завел, кстати. Бобылем шатаюсь по белу свету.
Что поделать, что поделать. Зато скальных наездников сколько насовал. Настрелял, точнее. Тысяча... Ух ты, господи Иисусе. 1001 птица была убита мной в этой игре. О, господи, что ж так страшно-то, а? Ну и погодка. За окном и то симпатичней. Текс. Блин, не, у меня же где-то была пещера своя, по-моему. Или я в поместье Эльдорана жил. Где я остановился? Где я скинул все свои пожитки? Может, ты помнишь? Нет, ты не помнишь. Распоряжение. Нам нужен осведомитель из Эшлендеров. Я слышал об одном человеке в Альдруне по имени Хасур Зайнсубани. Эшлендере, который покинул пустыни, чтобы стать богатым торговцем. Говорят, что эшлендеры любят дарить и получать подарки. Возьми 100 дрейков, выясни, что нравится Зайнсубани, сделай ему подарок и узнай, расскажет ли он тебе об эшлендерах и культе Нильварина. Затем возвращайся обратно с отчетом. В Альдруне, значит. Понял. Возвращаемся обратно. Удивительно, что у меня акробатика только на 19 уровне, учитывая мою тягу к прыжкам. Так, а еще почему-то исчезли субтитры. Субтитры надо включить. Так, а что у меня вообще по вещам? Ключ надо выкинуть. Ловкость, удача, развеивание, выносливость, кольцо сердечной боли. Оставим. Так, давайте-ка зарулим в местный храм. Поищем там амулет вмешательства божественного, пожалуй. И если повезет, то разучим заклинание метки до возвращения, потому что без них мне как-то не очень комфортно живется. Потому что, блин, я же где-то точно нашел какую-то супер классную пещеру, но не помню где. Ты. Амулеты ты не продаешь. Ну и иди нафиг. Вот что за дела? Все прошлые прохождения мне эти амулеты попадались на каждом шагу. Теперь я ни одного найти не могу. Как это понимать? Так, ладно, давайте хотя бы зелье здоровья купим. 3 штучки. Найс. Сомневаюсь, что у остальных там будут необходимые мне штукенцы, но давайте все-таки поищем, посмотрим. Что бы вы ни искали, я не смогу вам помочь. Обидно. Очень обидно. Еще одна хилка. Че по заклинаниям? А как я могу кастануть на себя излечение от паралича, если я парализован? Вопрос очень интересный. Но давайте все равно возьмем. Так, это тоже берем. Да и это возьмем, чего уж. Мелочиться-то. Установить запас сил 1 пункт в... 1 в 10 П. Что бы это значило? Не знаю, но давайте возьмем. Так. Давайте потестим наше заклинание, которое мы нахоботили. Заклинание не удалось. Снова не удалось. Сработало. Так. Запас сил. С
снова неудача. Well, fuck. Надо качать восстановление. Теперь вам не хватает энергии. Ну что ж. Так, давайте через гильдию магов отправимся туда. Чтобы не бежать 1000 километров до Силдстрайдера. Блин, а где была фраза «О, счастливчик»? В какой-то передаче, я пытаюсь вспомнить, в какой. Альдрун. О, счастливчик. У меня какое-то ощущение, что это связано каким-то образом с ОСП-студией. Но я не уверен. Ладно, давайте искать торговца. Так, стоп, а эти штуки должны так торчать или... Или нет? Просто я их впервые вижу, как бы. Поэтому у меня какие-то определенные вопросы возникают к этой игре. Так, это явно не тот торговец. Это тоже не тот, что мне нужен. Как насчет, кстати, поремонтироваться? Very wonderful. Идем дальше. Тоже нет, тоже нет. Так, ну он предлагал нам поискать его в таверне. Пора спрашивать. Может быть, это ты? Нет, ну а давайте спросим Скитула. Скитула ни хера не знает. Может быть, знаешь ты? Хасур Зайн Субаани. Торговец, он внизу читает, а может быть, он в задней комнате за баром. Читает и тусуется за баром. Мне нравится. Да, вот он. Я Хасур Зайн Субаани. Джиубвар, прими благословение. Мне не хочется грубить вам, но если у вас есть дело, говорите скорее, потому что у меня сейчас свободное время, и мне хотелось бы остаться наедине со своими мыслями. Окей. Дело. Понимаю, вы хотите узнать больше об Эшлендерах, и что же конкретно вас интересует? Каковы их обычаи, связанные с подарками? Интересный вопрос. Подарок является знаком вежливости среди незнакомцев и знаком любви среди друзей. Что касается незнакомцев, подарок означает, что вы учтивы и предусмотрительны, а также уважаете желания и нужды других. Это может оказаться полезным для торговцев и путешественников. Продуманный подарок другу – это нечто личное и требует особого искусства, так как особенно важно, насколько подарок подходит тому, кто его получает. Да, был у меня такой подарочек. Хороший. Хе-хе. Да. Дар, который показывает, что ты позаботился узнать кое-что о получателе его. Например, я люблю поэзию. Знать это было бы не более странно, чем книга поэзии, подаренная мне незнакомцем. Странное предложение, но ладно. Что дающий уважает меня и специально приложил усилия, чтобы порадовать меня. Но сейчас, когда я ответил на твой вопрос, я хотел бы немного побыть один. Позволишь ли ты мне это желание? Хорошая, кстати... фраза «позволишь ли ты мне это желание», она мне нравится, она такая прям супер вежливая, настолько вежливая, что в эту вежливость можно погрузиться всем своим телом и поваляться в нем. Так, поэзия. Ламберт, хочешь стих? Хе-хе. Слова ветра, гимны Эшленда, пять далеких звезд. Хе-хе, буквально для варваров. Гимны Эшленда. Не, звучит не очень. Проповеди точно нет. Маленькая грубая песня была бы неплохо. Но нет. Была бы неплоха, точнее, да.
Тайна Тамриэля, Акавир. Слова ветра. Давайте, наверное, слова ветра купим. Так как я живу в городе, который подвержен напасти ветра больше всех, то я думаю, это будет в самый раз. И мы, наверное, сейчас ее даже зачитаем. Поэтому давайте войдем в бар. Няшно расположимся в уголочке. Нет, давайте перед этим купим себе выпить. Что я хочу? Флин. Я хочу флин. Идите, дорогой. Так, очевидно, надо снять шляпу. Потому что кто пьет, одевшись в шляпу? Ой, ну что, друзья, товарищи, подруги, накатим. Аминь. Так, слова ветра. Это том поэзии, собранной от мудрых женщин Эшленда. «Дай мне стать пылью», записано в племени Ахимуза в Грейс-Лэнсе. Ой, как красиво прям. «Дай мне стать пылью в твоей холодной глуши, и пусть язык произнесет последний гимн твоим ветрам. Я молюсь о пастухе, что свистит своим играющим гуаром. Я молюсь об охотнике, что нападает на белых ходоков. Я молюсь о мудрой, что ищет под холмом, и о жене, что желает еще хоть раз коснуться руки мертвого сына. Я не буду молиться о том, что потеряла, когда сердце рванется ввысь от этой земли, как семя, и расцветет вновь под завтрашним солнцем». Слушайте, а красиво, мне понравилось. Прям годно. Я, конечно, прочел как полный вафел, потому что я и есть полный вафел. Так, кстати, тут можно постель снять? Па-па-пам. 10 золотых, да. Вниз, налево. Давайте поспим немножко. Это? Да. Я бы просто, такую же книжку с собой таскал, например. Потому что стишок реально классный. Есть в нем что-то такое, знаете ли. Дело. Нет, продуманный подарок. Это подарок мне. Я восхищен. Копия слов ветра. Слова благословленных матерей. Я с признательностью принимаю твой дар. Мои люди никогда не любили написанное слово, и я оскорблю об их неразумной насмешке над такой известной, но могущественной магией. Спасибо тебе. Я ценю твою учтивость, Джилл Пуар. Мне будет приятно отплатить за нее своими ответами. Что бы ты хотел узнать об Эшлендерах и культе Нериварина? Найс. Так, мы все это читали в прошлый раз, на прошлых стримах, когда я пытался пройти Моровинд, поэтому в данный момент мы читать этого не будем. Давайте, наверное, попробуем снова выкупить нужную мне книжку, потому что я все-таки хочу копию иметь. Слова матери клана Анисия. Звучит, кстати, тоже интересно. Блин, чувствую, я не найду уже копии, потому что я купил единственный экземпляр. Давайте маленькую грубую песню купим тогда себе. Надо же себя как-то побаловать. И пойдем в поместье Редуран, поищем там наше лежбище, по-моему, я все-таки его там оставил. То есть где-то здесь оно. Сука, люди гуляют, нарушают карантин. Сволочи, самоизоляцию для кого придумали? Негодяи. Не одобряем. Так.
Зал совета Редоран. Блин, а где же я поселился-то? Определенно не здесь. Может быть, там? Ау. Здорово. Так, нет, я не здесь. Остановился, это точно. Может быть, где-то тут. Квартира Муравейн. Нет, тоже нет. Тоже не то. Да, узнаю свое жилище. Сказание. Так. В вашем сне высокая фигура в золотой маске обращалась к вам. Лорд Неривар Индарил. Хай Рездания. Давно забытый, скованный заново. Трое лгали тебе. Трое предали тебя. Тот, кого предал ты, был три раза прав. Лорд Ворин Дагот. Дагот Ур. Преданный вассал, верный друг, молит тебя прийти и взобраться на Красную гору. Под Красной горой, как прежде, разбить оковы, сбросить проклятую кожу и вынести... Нет, вымести нвахов из Морровинда. Так, а вот это я читал. Да, я помню, что мне даже книжка понравилась, потому что там чувак в доспехах женщину умудрился... того этого. Так. Я пришел сюда, чтобы почитать книжку и почилить. Как видите, я уже почилил. Маленькая грубая песня анонимного автора. Вам скажет всяк, что залив Илиак – место, где оживают надежды, и леди бегают без одежды. Нет ни печали там, ни забот. И западный ветер песни поет, и счастливы жители все круглый год. Там море без бури, там смех без причины, там женщины пляшут и пляшут мужчины. Не думай о бедах, привольно живи в чарующем царстве свободной любви. Она называется так, залив Илиак. Так. А если ты вправду умеешь грешить, придется тебе в Муравейн поспешить. Если не в силах ты перебороть свою, без сомнения, грешную плоть, то место найдется для огненной страсти, что душу и тело разносит на части. Тебя ожидает заветная цель в стране Даггерфолл и в стране Сентинель. О, господи, ну и слова. Веселый сторонник любых извращений, спеши в Морроуинд и не нужны сомнений. Слушайте, это очень любопытно, что я запустил эту игру. И нашел эту песенку. Это выдумали барды, что бретонцы и редгарды веселее нас живут. И ужасно любят блуд. Знаете, истинный ходок едет только на восток. Сука, что за частушки, а? Ведь если твой посох стал мягким, как воск, спеши в Морроуинд, там вернешь прежний лоск. Блин, я аж покраснел от таких пошлостей. Какой ужас. Стыдобат какая. В Мрауинде нашем грех и вправду страшен. Мрауинда нет прекрасней, это все всем должно быть ясно. Здесь может навеки забыться любой, и после никто не сравнится с тобой. Коль ты в Мрауинде хоть раз побывал, то знай, милый друг, ты навеки пропал. Вернешься ты к нам, как бы ты не устал. Как-то я плохо прочитал, ну ладно, хрен с ним. Ведь от пустынь и до теплых морей любовь в Мрауинде всех прочих сильней. Так, это мне что-то напоминает на самом деле. Что-то связанное с Красной Армией. Если дом родимый стал вдруг нехорош, только в Мрауинде счастье ты найдешь. Что ж, браво, браво. Я снимаю шляпу и достаю свой посох перед авторами этого произведение. Божественно, божественно. Буду таскать эту книжку с собой.
Так, есть ли мне что скинуть? Ключ. Ключ я где-нибудь в мусорке выкину. Это мне надо все отдать нашему Касадесу. Свитки. Свитки пускай пока будут у меня. Так. Ну что ж, давайте возвращаться обратно к Касадесу. Сдадим ему квестец. Хотя чувствую, что он нас опять сейчас сюда отправит. Точнее, не совсем сюда, а скажет, чтобы мы погуляли, позанимались. Поэтому давайте, наверное, сразу возьмем квест дома Ридара. Посмотрим, что они нам скажут. Блин, не, ну строчка про посох, конечно, прям замечательно. Не туда пошел. Не в тот дом. Прошу прощения, обознался. Так, поместье с Рэтем. Задание. Ты спас моего сына, и я очень тебе признателен, но я хочу тебя еще кое о чем попросить. Варвура Сарети обвиняют в ужасном убийстве Бралина Карварена. Ну и имечко у тебя. Бралин Карварен был одним из друзей Варвура Сарети. Я не могу поверить, что мой сын совершил такое, но доказательства очень убедительны. Сначала стоит поговорить с сыном о Бралине Карварене. Он в своей комнате в квартире стражи. Здесь? Или не здесь? Братишка, ты где? Братан. Ага. Слушай, стильно, стильно выглядишь. Так. Я не убивал его. Он мой ближайший друг. Стражники нашли меня около его тела, но я не помню ничего, что случилось той ночью. Иногда, правда, ко мне приходят плохие сны. Иногда во сне я убиваю Бралина Карварена. Это ужасно. Но это ведь не значит, что я убил его на самом деле, правда? У меня эти кошмары начались еще до смерти Бралина Карварена. Примерно тогда, когда у меня появилась пепельная статуя. Она стоит вот там. Может, если вы ее заберете, я смогу спать спокойно. Пепельная статуя. Ага. Подозрительная пепельная статуя. Мне снились кошмары еще задолго до смерти Брайана Карварена. Кажется, они начались, как только у меня появилась бла-бла-бла. Ваш дневник дополнен. Так, ну мы теперь-то ее забрали, в принципе, у тебя. Поэтому, раз он предлагает нам пойти в храм, ну, точнее, сам хочет сходить в храм, мы сделаем это вместо него. Но сначала мы поговорим с его отцом. Это было очень крипово. Так, дайте я музыку погромче. Чуп, потише сделаю. Хочу чихнуть, но не могу, блин. Прошу прощения. Так, эта пепельная статуя беспокоит меня. Пожалуй, поговори с кем-нибудь в храме об этой статуе. Возможно, Лорас Сарана знает об этом больше других. Окей. Трижды благословленны. Очень приятно познакомиться. Трижды благословлен. Это как... дважды лайкнуть. Только трижды.
Ау! Вот это я скатился. Так, а куда я дел, кстати, серебряный длинный меч? А, ну мне он больше не понадобится, потому что я... взял себе копьишко. Так, мне нужно ХП. Давайте вот это заклинание попробуем. Подождем, когда у нас остановится стамина. Найс. С первой попытки получилось даже. Давно их не убивали, давайте-ка разомнем, так сказать, булки. Так, записываем одного на наш счет. Воспользуюсь дорожной накладной, так уж и быть, вместо журнала. Так, с кем он предлагал мне поговорить? С Лоросом Сарана. Сарана, Лорос. Ты. А, заклинание. Чем торгуешь? То, что нужно. Вмешательство мы разучили. Зелье, может быть. Восстановление здоровья. Очень дешевое. Берем. Пепельная статуя. Статуя у вас, отдайте ее мне, и, возможно, я смогу доказать, что варвар не убивал Бралина Карварена. Эта статуя попалась тебе в комнате варвара Сарати. Дай мне эту статую, чтобы я мог исследовать ее более тщательно. Забирай. Спасибо, Джиупвар. Да, я вижу некие колдовские чары, наложенные на эту статую. Думаю, эта статуя каким-то образом влияла на варвара Сарати, заставив его убить своего друга Бралина Карварена. Он, возможно, все еще под влиянием этой статуи. Попроси варвара прийти и поговорить со мной. Когда я буду уверен, что статуя на него больше не влияет, я очищу его от убийства Бралина Карварена. Окей. Так, стоп, я что-то это самое. Увлекся квестом. Я же собирался к Касадусу идти. Ладно, давайте пойдем к Касадусу, потом вернемся сюда. Так уж и быть. Только я мог скатиться с помоста, когда забирался на него. Одну секунду. Прошу прощения. Так, путешествие Балмора. Так. Дайте-ка я кое-что проверю на всякий случай. Сейчас, мне надо только для этого игру перезапустить. Буквально пару мгновений. Подождите, пожалуйста. Черный экран стал мне наградой за то, что я решил выйти из игры. Только не говорите мне, что мне сейчас придется перезапускать комп из-за этого. Ну ёб твою мать. Вот уж называется, решил проверить. Пам-парам-пам-пам. Да. Судя по всему, так оно и есть.
потому что не Ctrl-Alt-Delete не дает мне нужных результатов, ни Escape, ни Alt-F4. Что ж, в таком случае пока что на этом все. Потом попробую снова завести, но не в ближайшее время, а ближе к ночи, наверное. Извиняюсь, что так вышло, но ничего, к сожалению, с этим поделать не могу, потому что Муравинт каким-то хером не хочет вести себя нормально в данной ситуации. На этом я наклоняюсь к кнопке перезагрузки компьютера и говорю всем до новых встреч.